цитадель Альбатрос, третья лагуна. Вот вам покажу ее вблизи. Сейчас отлив. То есть там вот, где люди перебираются, уже выход и глубоко, красиво. Здесь можно купаться в любое время, получается, суток. С маленькими детками само то. Впереди там, если видно, Посейдон. Вот берег. Показываю. Там один бар. Вон там бар. И там второй бар. Самое главное, смотрите, что можно увидеть, если смотреть по сторонам и быть внимательным. Поэтому общее впечатление от отдыха в Альбатросе Цитадель лично у меня очень положительные. Поэтому мы, наша семья, рекомендует. Особенно, повторюсь, если быть внимательным, можно вот такое вот увидеть. Еще посмотрим. То есть, где погулять, есть, походить, что очень красиво. Камни, природа. Вот хожу по кругу. Для фотосессии, селфи, места очень много. Поэтому наслаждаемся. И опять вот он уже, я не знаю сколько, но минут, наверное, 30 позирует. То есть, чтобы вы понимали, я стою от него в 5 метрах. Поэтому лично отелем доволен. Море прекрасное. Любителям активного отдыха должно понравиться. Поел, побегал, походил. Поел, побегал, походил, покупался. То есть очень супер. Поэтому сейчас подождите. Рекомендую. Вот так. Очень классно.